История праздника Дня семьи, любви и верности возникла несколько сотен лет назад у жителей города Мурома, где покоятся мощи святых – супругов Петра и Февронии. Именно они являются покровителями христианского брака, а их день в православном календаре отмечается 8 июля. Традиционно в канун этого праздника на главную пешеходную улицу нашего города вышли волонтеры территориального центра социального обслуживания населения для того, чтобы напомнить брещанам о Дне семьи, любви и верности. Это знаменитые наши предшественники Петр и Феврония, которые знамениты тем, что во имя любви они сделали друг друга. Скажем так, что Феврония спасла Петра, а после изгнания их из Мурома они их опять-таки вернули в Муром, и они стали семейной парой. И вот эта любовь, о которой мы говорим сегодня, и то же самое семейное отношение, вот к этому и приурочена акция. То есть мы говорим о том, что вот эта акция посвящена любви, семье и верности. Символ праздника – ромашка, цветок, который ассоциируется с чистотой, невинностью, юностью и любовью. Есть мнение, что если смотреть на ромашковое поле, то в белых волнах можно увидеть влюбленную пару. Поэтому именно ромашку сегодня волонтеры центра дарили с пожеланиями и воздушными шарами всем. И семейным парам со стажем, и влюбленным, и даже одиноким, чтобы обязательно была крепкая и дружная семья. Знаю, что сегодня Ян, что завтра такой праздник. Вот хорошо, что напомнили, потому что это самое главное, самое ценное в жизни любого человека. Когда вот это присутствует в жизни человека, можно говорить о том, что человек счастлив. Акцию, посвященную Дню семьи, любви и верности, территориальный центр проводит уже 6 лет. За это время она успела стать доброй традицией, которая напоминает всем людям об истории любви благоверных святых Петра и Февронии и заставляет задуматься о том, что семья – это источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество и счастье каждого из нас.